Всем здравствуйте, дорогие подписчики и гости, заглянувшие на мой канал. И снова мы в движении, потому что движение — это жизнь, как и называется канал. Сегодня 1 апреля, и мы сегодня двигаемся в Сарань. Уже проехали поворот на Актас, на выезде из города. И вот уже по дороге в Сарань. Но это, скорее всего, не Саранская. Саранская должна быть там впереди. Мы проезжаем какую-то шахту. Ну вот, можете посмотреть, какая дорога. Какая-то труба там дымится. Какое-то предприятие стоит. Проезжаем, степухи стоит, и вон уже видна Сарань. Большой. Я прочитала за него в интернете. Здесь население 43 тысячи. Частный сектор проезжаем. Снег уже почти везде растаял. Солнышко вышло уже. Ну, в общем, погода радует. Поедем на рабочую.
Проедемся по более центровым улочкам Саранья. Думаю, обзорчик будет интересно, кто здесь раньше жил, ну и кто сейчас живет. Оптима есть хороший магазин. Еще праздничные баннеры остались. Хрущевки, везде хрущевки в наших городишках. Хороший небольшой городишко, спокойно, здесь тихо, народу мало, машин тоже не так уж много. Большой обзорчик показали вам. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Я ездю не только по Караганде и с городам-спутникам. Планирую дальше продвигаться. Так что подписывайтесь. Будет очень много интересных роликов. Всем пока. Ставим лайки, дизлайки. И пишем, естественно, комментарии.